такая драка произошла в 130-м квартале. Все началось с того, что женщина сидела на скамейке, а рядом то ли сидели, то ли стояли вот эти четверо, которые вот в джинсовой униформе, так сказать. Она им что-то сказала, ей что-то не понравилось. По-моему, они стояли рядом, очень громко говорили, как это у них принято. И, наверное, даже матерились, потому что я слышал, как она возмущенно сказала: «Отойдите, что вам здесь места мало?» Это вот она так сказала. Вот. Потом слово за слово, как в таких ситуациях, там, и она голос повысила. Но самое неприятное, что повысили голос вот эти люди. Я считаю, вообще мужчинам недостойно, но развернулись бы, да ушли. Но нет, они и ответили что-то типа: «Заткнись», и такая-сякая, «бэй», «сэй», все на свете, да? То есть они ее явно оскорбили. И вот парнишка в белой майке, он сидел выше там, в баре, он спрыгнул сверху и вступился за эту женщину со словами: «Вы как смеете, вот, значит, женщину оскорблять?» Ну, а дальше вот это все началось, смотри. А я начал вызывать полицию. Вы позвонили в экстренную службу 112. Я вас слушаю, здравствуйте. А скажите, вообще полиция в 130-м квартале есть или нету? Вот здесь вот сейчас вот драка какая-то прямо возле пивоварни. Я вас соединю сейчас в 02. Ожидайте. И они вам скажут, есть там полиция или нет. Ожидайте. Давайте. Вы находитесь на удержании. Вы позвонили по телефону 02. Ждите ответа оператора. За то время, пока я жду оператора, я так понимаю, здесь человека уже убить могут. Вы позвонили в экстренную службу 112. Ну где ваша полиция? Она не отвечает. Здесь драка идет в 130-м квартале. Массовая. Что такое? Вы меня перенаправили к какой-то полиции, она не отвечает. Сейчас людей поубивают здесь. Адрес какой? Это 130-й квартал, это пивоварня. Кафе-пивоварня, да? Да, или да, вы... да. Ну вот здесь дерутся человек 10. Не русские. Уже порвали парню рубашку. Да это что ж такое-то? Thank you.
Вы знаете, из-за чего все началось? Ой. Что-то они сидели на скамейке, вон той девушке что-то не понравилось. Она им замечание сделала. Те огрызнулись. Парень оттуда вышел, совсем посторонний, начал заступаться, они начали его бить. Самое прискорбное, что я пытаюсь уже минут 10 вызвать полицию, и никакого толку от этого нет. Я говорю, здесь наряды уже. Да нету никаких здесь нарядов, их не видно и не слышно. Я говорю, сейчас так человека убьют, а им пофиг. Сама только что тапком кого-то там пиздила, он делится. Ну, этого не было. Ну вот такая вот история. Я давно уже говорил, что в 130-м квартале обстановка все хуже, хуже и хуже. В общем-то, последние дни, последний год особенно, самое прискорбное, что здесь абсолютно отсутствует полиция как таковая. Ну вот вы сейчас свидетели, что я пытался в течение, наверное, минут 10 вызывать полицию. Не знаю, может, они сейчас и подъедут после того, как уже парни избили. Да? Не знаю, на Ютубе повыложу, наверное. Ну, еще бы немного, я бы пошел, конечно, в ту драку заступаться, хотя это, конечно, смешно. Мне с больным позвоночником, по сути дела, инвалиду, да, почти 70-летнему, и то я снимал, подходил, уже, я уже хотел вмешаться. Самое противное, что дрались два парня наших русских. Он вступился за девушку. Этим не понравилось. Не русским товарищам, надо сказать. Но они у нас же темпераментные сильные. И вот один парень практически дрался. Потом слово за слово, как это и положено во всех этих драках. Самое гнусное во всей этой ситуации, что вокруг огромное количество молодых людей. Вокруг огромное количество мужиков. Не знаю, я думал, то ли мне снимать, вызывал полицию, одной рукой снимал, одной рукой вызывал полицию. Никто, кстати говоря, никто даже к телефону не прикоснулся. И все просто смотрели, как на зрелище. Я готовил материал уже в течение 2 месяцев примерно про ситуацию в этом 130-м квартале. Именно по поводу расплодившейся здесь вот этой вот хулиганской и бичевской шантропы. Шантропа, не шантропа, но вот ухудшение обстановки, оно явно чувствуется. Появилось очень много пьяных, появилось много гопников каких-то. Это на том фоне, что вот здесь можно быть целый день, находиться и не видеть ни одного полицейского. Ни о каких нарядах, ни о каких... Нету. Я подходил как-то к полицейскому, ну, прошли однажды двое. Все-таки они иногда здесь проходят, очень редко. Ну, я 2 раза видел за 2 месяца. Я к ним подошел, как раз по этому же поводу. Тоже была какая-то неприятная ситуация, почти драка. И я к ним подошел и говорю, что делать в таких случаях? Вот смотрите, говорю, докопались до парня. Я вступаться уже побаиваюсь. Как-то мне не по чину, оружия у меня нету и так далее. Я говорю, можно ли как-то вас-то вызвать быстро и каким-то образом к вам обратиться? Они говорят, звоните, 112, типа, подъедут, и мы тут подойдем. А где они подойдут?
откуда они подойдут? Ну, я поверил, говорю, ну хорошо, ладно, если что случится, позвоню. Вот сегодня был тест. Ну что, сколько времени прошло? Сколько можно было за это время здесь ткнуть в бок нож парню, разбить голову, избить, убить? Полиции так и нет. Потом я к нему все же подошел, когда он сидел за столиком, вытирал кровь, грустный, в одиночестве. И видно было, как ему мерзко вообще, что вообще даже никто не подошел и не заступился. И я перед ним извинился и сказал: прости меня, я все-таки не смог бы участвовать в этой драке. У меня одно, другое, третье. Но я все как мог это снял. Я звонил по телефону, я вызывал полицию, как мог пытался тебе помочь. Я его поблагодарил за то, что он нормальный, смелый мужик, что есть такие иркутские люди, на которых мы еще можем положиться. Спросил его разрешения выложить это видео в интернет, кстати говоря. Он был не против. И я почему-то то ли постеснялся, то ли забыл, не знаю, ну как-то было неудобно, не стал спрашивать его фамилию. Не знаю. Потому что я видел, что ему самому как-то очень все это неприятно. И мне это было все неприятно. И в тот момент это был такой небольшой наш шок. Прошел час, полиция никакая не приехала. Не знаю, как надо было еще вызывать, чтобы несколько человек, что ли, позвонили, или что? Что мало было той информации, которую я сказал. Ну, парень с разбитой головой, с порванной майкой посидел, посидел, да, они вдвоем пошли. Он пошел, прихрамывая, те-то убежали. Вот. Мне страшно стыдно. Вот в такие моменты поднимается давление, в такие моменты очень гнусно жить на этом свете. Вот такие примерно ситуации, но, может быть, не такие, вот как сегодня, достаточно массовые и наглые, здесь приходится наблюдать часто. Какие-то гопники друг к другу, к нормальным людям пристают. Ну, заканчивается как-то так толчками, перепихиванием, матами громкими, но, тем не менее, обстановка-то позорная. Господа городские начальники, правоохранители, вот вы же все рассказываете, какой наш Иркутск красивый, какой он хороший. Мы все любим наш Иркутск, так от сердечки рисуем. Мы все гордимся нашим Иркутском. Ну и что толку перед иностранцами вот этот позор? Они все это видели. Беспредел. Стыдно мне, что я не смог в это вмешаться. Я дергался, я вроде бы и хотел подбежать. И я считал, что вроде бы и снимать надо. И думал, что ну вокруг же еще огромное количество молодых парней. И там за столиками, и здесь на улице. Вон там у меня за спиной такие крутые космонавты на мотоциклах. Вон они, красавцы. Байкеры, рокеры. Ни один в своем скафандре не подошел к той драке. Но я понимаю, наверное, это самооправдание. Да нет, они, конечно, они считают, что, мол, типа, двое дерутся, третий не лезь, называется. Хотя ситуация-то была очевидная. Какие-то люди орали на женщину, был какой-то крик. Ладно, женщина может в истерике орать, но когда мужик уже начинает на женщину орать недовольный, там они скамейку не поделили. Муж с женой типа сидели на скамейке, рядом сидели
извините за выражение, не русские товарищи. Видимо, они громко говорили, но началось все с того, что женщина сделала им какое-то замечание, что они им там мешают, что они громко разговаривают. И что, что, ну, она им сказала, что, что вы другую скамейку найти не можете, мол. Вот. Начался скандал. Они ей достаточно грубо отвечали. Парень этот, товарищ нерусский бородатый, на нее заорал. Ну, как это положено у некоторых людей. Типа, женщина, заткнись и так далее, так далее. Тогда парень, который сидел, наш, совершенно посторонний, сидел за столиком в кафе, выскочил и начал ему говорить, ты зачем на женщину орешь, ты зачем ее оскорбляешь, потому что он ее уже оскорбил как-то. А вот парень оскорбился и начал заступаться. Вот. Ну и вот завершение дня, все одно к одному. Поразительно, это улица Карла Либкнехта, а другая там декабрьских событий. Обратите внимание, полная темень. Абсолютная темень, фонари не горят, светится только вот на всей улице один этот супермаркет. Все, любой проулок, любой переулок погружен в полную темень. Вот такая вот ситуация. Ну там вот горят редкие окна в домах. Вот сама улица, вот переулок между декабрьских событий и Карла Либкнехта, вот в полной темноте переход. Вот улица в глубине, в полной темноте, только освещается фарами автомобилей. Ну и вот единственный свет, так сказать, на нашей улице, это торговый храм. Храм торговли. Ну а мне вот идти сейчас. А время 11 еще нет. А мне идти вот сейчас вот в темноту вот этих дворов. Дворов, переулков. Вот это вот переулок. Ну что, вперед. Вот машина еще пока светит, а дальше полная темень. Вот, все. Это Иркутск, центр города.